Апел отчам ролика хотел бы вам посмотреть очень интересный канал, называется он Реал. Это канал моего знакомого. Он снимает на проекте Amazon Holyplay на первом сервачке, где играю в принципе я. Канал реально очень интересный, классные видосики. Также он часто проводит конкурсы, поэтому всем советую подписаться на его канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова все на проекте Amazon Holyplay. Сегодня будет разговорное видео, но очень интересное, потому что в этом видео я вам скажу точную дату выхода нового ивента под названием Stalker, расскажу, что там будет, какие там, возможно, будут призы. Все это я вам сегодня расскажу в данном видосе, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также не забывайте увидеть мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. На 5 уровне вы получите 50 тысяч, на 10 уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Amazon Holyplay. Начнем с того, что буквально недавно, несколько дней назад, Amazon выпустил ролик, очень интересный, в котором показал, что примерно будет происходить в новом ивенте на проекте Amazon Holyplay. Данный проект будет по тематике сталкера. Я играл в сталкер когда-то, но полностью ни разу ни одну часть не проходил. Это довольно-таки очень классная игра, типа я знаю то, что у него много фанатов, и все ждут новую часть сталкера, в принципе, ну именно игры, само как бы не в КРМП, а именно продолжение как бы этой серии, этой игры. Все многие ее ждут. И вот Amazon решили это все реализовать в GTA КРМП. Я считаю то, что задумка очень классная. Вот реально, пацаны, задумка очень классная, потому что такого, наверное, еще никто не делал в КРМП. В МТА делали подобное. В Сампе, может быть, тоже делали. Я знаю, что в МТА точно делали подобное. Насчет Сампа не знаю, но в КРМП это точно впервые. Но внешне, я вот посмотрел само видео, выглядит все очень круто, пацаны. Прям все круто, все красиво, знаете. Хороший маппинг, хорошие скины. Все сделано довольно-таки качественно. Но как на самом деле это будет, конечно же, никто пока что из нас этого не знает. Ивент, пацаны, будет, если что, происходить буквально уже в этом месяце. Дату я вам скажу чуть позже. И есть точное время даже, понимаете? То есть есть дата, точное время. И есть дата, до какого числа будет длиться этот ивент. Поэтому смотрите видео от начала до конца. Есть, получается, группа, называется Stalker. Криминальная Россия. И здесь как бы есть трейлер данного мероприятия и есть то, что в нем будет. Итак, перечисляю вам список того, что будет здесь, в этом ивенте. Будут монстры, радиация, атмосфера, группировки, миссии и локации. В принципе, весь список того, что вас ждет как бы в этом ивенте. Но, к сожалению, нету того, что вы можете заработать. Либо это будет просто ивент, в котором вы просто будете проводить свое время, но в любом случае там должен быть какой-то приз. Это 100%. Как бы суть ивента в том, то, что ты можешь хорошо провести время и как раз заработать на какую-то эксклюзивную вещь, на какую-то интересную вещь. Я слышал то, что на ивенте будут скины, в принципе, можно будет их выиграть, я так понял. Я не знаю, как это вообще там будет работать. Нужно будет какие-то очки зарабатывать, либо нужно будет что-то собирать. Короче, непонятно, как это будет реализовано, но вроде бы говорили то, что призы будут это скины из этого ивента, это во-первых. Во-вторых, будет, получается, аудиосистема и вроде бы как Нитро. Это, пацаны, не точная информация, это как бы слухи, но, возможно, все, что я вам перечислил, это будет. Но скины, я думаю, 100% будут, потому что, я думаю, не просто так же они их добавляли в игру, не просто, чтобы ивент провести и все. Поэтому, в любом случае, я думаю, вы сможете там выиграть скин и оставить, допустим, его себе навсегда, либо потом продать кому-то, заработать на этом деньги. Самое главное, чтобы были достойные призы. Если будут достойные призы, то, конечно же, у людей будет интерес к этому ивенту, и вы сможете спокойно участвовать в данном мероприятии, кайфовать там. Но в любом случае, если будут призы хорошие, то и интерес у людей тоже будет очень хороший. Как это вообще будет, пацаны, реализовано? Получается, вы будете приезжать в какое-то место и будете телепортироваться в отдельный мир, где будет находиться именно сталкер. И вы там сможете как бы проходить миссии, выполнять задания туда-сюда. Там, по-моему, карта будет не очень большая, где-то 10% от всей карты GTA КРМП. Но в любом случае, я думаю, это будет интересно. Карта будет не сильно прям большая, такая прям
прям не огромная, как бы не на всю карту она будет, но карта будет не маленькая. Как бы и не большая будет, и не маленькая. Будет нормальная такая солидная карта с разными локациями. Итак, пацаны, точная дата выхода данного ивента. 15 ноября, 14.00 по МСК. Понимаете? 14.00 по МСК, либо по украинскому времени. Ты, скорее всего, по МСК, наверное, я так думаю. Просто у меня, возможно, из-за того, что я в Украине живу, у меня дата как бы показывается по моему времени. Ну, скорее всего, вот, 15 ноября, получается, написано в 14.00, и этот ивент будет длиться до 31 декабря. Этот ивент будет длиться больше, чем месяц. Ивент будет проходить полтора месяца. Это довольно-таки много. То есть, получается, какого числа? 15 числа. 15 ноября, 14.00, то есть через 10 дней, грубо говоря, выйдет ивент, на котором мы, в принципе, сможем как бы поучаствовать, покайфовать, посмотреть. Ну и вместе с ивентом как бы выйдет обновление, выйдет ивент, и вместе с ивентом выйдет большое обновление, где будут новые машины, новые системы, новый тюнинг, новые винилы на машины. Поэтому обнова будет очень крутая. Я надеюсь, то, что вам было интересно это видео. Но я на самом деле очень жду обновления, потому что все-таки, блин, как бы мы его ждем уже, я не знаю сколько, но, наверное, месяца три мы ждем обновления, потому что, получается, вышла глобалка, потом выходили, знаете, такие мелкие обновления, но хочется уже увидеть что-то новое, интересное, и я уверен в том, что как бы все это ждут. Вот если вы ждете ивент, пацаны, просто возьмите, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я очень хочу 20 тысяч добить на канале, поэтому, если вы смотрите видео и вы не подписаны, то возьмите обязательно и подпишитесь на мой канал. Я вам буду очень сильно благодарен.